Все равно, наверное. Что? Блять. Откуда они там взялись-то? Я же сам с того респа только что пришел. Да что ты, блядь? Как тут неудобно стрелять-то, блин. Нахер. Там столб мешается, тут железка мешается. Ёптать, откуда вы взялись? На третьем месте подражатель? В смысле, а кто там? Надо идти на общаги, наверное, сейчас. На старой заварушке все еще. Давай-ка отсюда туда обойдем. Опа. РФБ, что ли? На мосту. Блин, кто-то внутри есть еще до сих пор. Как ты ходишь, блядь, без звука, чел? Задолбал стоять. Все, надеюсь, тут. Вроде да. Но кто-то у нас под малой стройкой, походу, шарится. Да, убили бота только что. Под малой где-то. Тапалка какая-то. Да, РФБ. Правильно я понял по звуку. Кто-то там топнул чё-то на улице. Ну, рыбов вроде... Ага, рыба входит. Блять. Через стекло я их не пробью, поэтому я просто побегу в наглую. Тут еще и освечивает конкретно. Прямо вот тут стоит. Из-за брони могу отлететь, конечно. Но хер бы с ним. В комнате в этой. Вот в этой комнате.
Так, этих поймали. Остались те, которые на общаге ушли. Так, чат, мы какое место заняли? Третье место по итогу, да? Второе. Топ-3. Так это отлично, надо до топ-6 включительно быть вместе, тогда все ништяк. Спасибо, чатик, за ману, благодарю. Хорошая работа. Спасибо. Что там по месту у меня? В комнате, походу, стоит, да? Готовы, чат? Нет, не в комнате. Ну, в комнате. Броня, одна единица прочности. Блять. Это что, серьезно, бля? Всю броню мне растерзали. Ё-моё, блин. Так. Давай вот это все сюда. О, первый раз ту маску вижу. Новая. На барахолке можно купить. А, да? А я что-то думал, я не так много убил, я еще хотел в трешки сходить. А тут как бы... Ой. Когда ты просто ради... Мне кажется, если вот у стримера есть график, то для него реально стримы это как работа, и работа такая, которая вот именно рутинная. То есть вот он обязан каждую неделю проводить сабдей. Не потому, что он этого хочет, да? А потому, что он обязан это делать. И мне кажется, когда человека что-то... Когда человека что-то обязывают делать... Мне кажется, он это делает не от чистого сердца и, ну, на отъебись, по-русски говоря. Для галочки, для, как бы, статистики, для того, чтобы вот он обязан делать раз в неделю, поэтому он это делает. Мне такой поэтому не нравится. Я вот захотел, у меня вот бешеное желание было сделать сабдей. Я его сделал, мы вообще с таким кайфом его отыграли. И когда у меня сильного желания нет, я вообще не захожу просто в Тарков. Поэтому что уж тут говорить про... Типа 100% сабды каждую неделю. Так, чел. Угу.
Они, походу, реально хотели убрать у людей деньги. Типа, заскамить людей на деньги, но... Ячич. А чё по звукам? Есть какая-то информация, где звуки? Там у всех по-разному, причем. Не мешай, чел. Дай полутать. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.